представляем серию роликов по улучшениям в SimCenter FIMAP 2020.1. В новой версии FIMAP обновлены все значки на панелях инструментов, в дереве модели и диалоговых окнах. Теперь это векторные изображения, отлично подходящие для мониторов высокого разрешения. В предыдущих версиях системы координат элементов типа CBUSH не отображались даже при включенной настройке отображения систем координат элементов в разделе «Настройки отображения». Обратите внимание, что они отображаются в новой версии FIMAP. Добавлена настройка отображения количества знаков, сдающая режимы отображения количества знаков в окне модели. Можно выбрать варианты – классический формат, экспоненциальный, число знаков в дробной части и так далее. Кроме того, предусмотрена индивидуальная настройка для отдельных экранных элементов. Например, можно задать вывод чисел в экспоненциальном формате с двумя значащими цифрами только в условных обозначениях контурного графика.